Так, ну вот я вышла прогуляться. Вот такой Биг Бен здесь нашла рядышком с домом. Баскетбольная площадка. Я просто обязана заснять вот этот чудный светофор, который транслирует непонятно кому переход. То есть его неправильно расположили, он должен светить вот туда. Но туда он не светит, жесть какая. Так, ну вот здесь какой-то, видно, парк строится. Ребята работают. Там дальше Skywheel. Я дошла до колеса обозрения. Вот оно у нас такое. Ну, достаточно высокое, но не лучшее, что я видела в Китае. Оно какое-то немножко грустненькое. Так, ну вот это какой-то парк, но почему-то все закрыто. Не знаю, по какой причине, может, там какой construction происходит. Просто все закрыто. Жаль. Судя по всему, он красивый. Так, продолжаем свой поход мимо вот этой огромной дорожной развязки. Как видите, тротуар здесь не предполагается. Так, ну я перешла на другую сторону. Такая чайная. У нас так посольство выглядит. А, тут, видимо, та же самая ерундень, что на той стороне. Поэтому потиху-тиху пойдем в обратную сторону. Везде валяются вот такие несчастные велосипеды. Вон там в кустах еще один стоит. Не знаю, почему они по кустам валяются. Мне нравится, как у китайцев всегда заканчивается резко дорога. Но вот если тебе нужно туда, то это твои проблемы. Переходи как хочешь. Ну вот, я иду по дороге. Да, здравствуй, автобусик. Хотелось бы выжить. Вот такой милый парк. Милый-милый парк. Сейчас, если будет куда-то заход в него, я в него зайду и посмотрю, что там внутри. Тропинки я не нашла, поэтому я просто иду. Иду куда-то туда. Давайте посмотрим, что здесь. Так, и снова велосипед. У них какая-то любовь оставлять велосипеды, где попало. Деревья, похожи на фруктовые. И еще какой-то. А это что? Блин, похоже на манго. Я просто не знаю, как выглядят манговые деревья. Блин, хотелось бы все-таки на какую-нибудь дорожку выйти. А то сейчас как начнут орать, что я хожу по траве. Хотя, может, это только у нас орут, что ты ходишь по траве. А, какое-то страшное. Страшное зданице. А, вот вижу. Вижу. Ура! Так, вода. Надо выяснить, что это здесь такое течет. Я нашла мост. Перейти на другую сторону, посмотреть, что там. Это чудная башня, она мне очень нравится. Ну, вот там расстояние, даже не знаю, наверное, в метр, чтобы перейти на другую сторону. Я не знаю, для кого это сделано, что там за гномы пролезают. Но я туда не полезу, я буду очень сильно грязной. Видите, тут китаец туда лезет. Я даже не знаю, куда он туда лезет на своем скутере. Китаец оказался не дурак. Ровно мы сюда же залезли, в эту кучу непонятно чего. И вот наша дорожка вдоль вот этой речки. Есть такое подозрение, что здесь живут люди. Потому что здесь диваны, столы. У меня ощущение, что я печку вижу. И, в общем, я туда не полезу на всякий случай, мало ли кто там живет. Я чуть ближе подошла к этой космической ракете. Я не знаю, что это. Может, китайцы планируют в случае чего улететь на этом куда-то. Но туда реально, в общем-то, далеко идти, она огромная. Вот, я туда сегодня не пойду. Но здесь у нас такая аллейка, достаточно симпатичная. Аккуратно подстриженные кустики. Но вот везде у них строительство ведется. Везде. Здесь ощущение, что огород. Может, это и есть огород? А, походу, это действительно чей-то огород. Кто-то здесь выращивает себе еду.
Китайцы большие любители белых машин. Если посмотреть на дорогу, то большинство машин будет именно белого цвета. Как выглядит китайская парковка? Машины только что друг на друге не стоят. Зашла в торговый центр, нашла вот такого офигенного автобота. Это, видимо, Optimus Prime, судя по всему. Но сделано круто. А еще здесь для больших китайцев одежда, очень смешно. Так, ну, из сегодняшних моих прогулок я вынесла один вывод. Налево лучше не ходить, там вообще ничего нет, вообще ничего нет. Я зашла потом в торговый центр, который напротив меня, чуть более предметно его изучила. Вот, две прекрасные вещи я нашла. Во-первых, это Миннесо! Я купила себе вот такую очень необходимую сейчас вещь. Это термос. Потому что в центре безумно холодно и очень хочется погреться. Греться нечем, поэтому я буду туда наливать горячие водички. Я купила еще дешевый джем, голубичный джем. Буду туда, значит, с джемом смешивать кипяток, чтобы была вкусненькая водичка пить. Вот, потому что в центре очень-очень холодно. Так, и еще нашла Watsons! Это тоже прекрасно, потому что у меня краски для волос только на 4 покраски, а здесь я буду находиться, скорее всего, на 5-6 покрасок. Вот, я нашла Watsons, там эта чудесная, прекрасная желтая краска, но я думаю, для покраски корней она сойдет. Вот, затонируюсь уже нашим чудным белорусским шампунем, который убирает желтизну. Посмотрим, как он работает на продукции Watsons, то есть китайской. Вот, ну и все за сегодня. Ничего более полезного я не делала. У меня сегодня выходной, так что буду сейчас, я купила немножко еды, буду сейчас есть и смотреть какие-нибудь киношечки. Буду просто валяться, ничего не хочу делать сегодня. Сегодня у меня день отдыха, завтра я попробую сходить направо. Может быть, там что-то более интересное будет. Вот. Все, bye-bye, everyone. Увидимся на следующем видосике.